Умер, надышавшись газа. Следственный комитет Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка. Трагедия произошла 5 ноября в Александровском районе. Около 23 часов мальчик отправился в свою комнату спать, а когда мама заглянула к нему, нашла сына без признаков жизни. После осмотра места происшествия следствие предположило, что подросток умер, надышавшись паров газа из газового баллончика для заправки зажигалок. Мальчик воспитывался в полной многодетной семье. Родители даже не подозревали его пристрастия. Виновен в причинении смерти по неосторожности. Октябрьский рассуд Владимира вынес приговор 31-летнему заключенному. Судом установлено, что в апреле 2018-го в помещении раздевалки колонии номер 3 между двумя осужденными возник конфликт. В результате один мужчина два раза толкнул другого в грудь. Пострадавший упал, ударился, получил тяжелые телесные повреждения и вскоре скончался в спецменсанчасти. Свою вину осужденный признал. Суд назначил ему 9 месяцев лишения свободы. Учитывая ранее вынесенный приговор, окончательно наказание составит 1 год и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Выращивал коноплю для личного потребления. 46-летнего жителя области подозревают в культивировании и хранении наркосодержащих растений. В домовладении мужчины полицейские изъяли сухие части растений серо-зеленого цвета с характерным запахом, массой более полукилограмма. Экспертиза показала, что это наркосодержащее растение конопля. Как установили полицейские, ее мужчина посадил еще весной рядом со своей деревней. Он ухаживал за растениями, а осенью оборвал и высушил листья с 479 кустов. Следственным отделом полиции по Меленковскому району возбуждены 2 уголовных дела за незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений в крупном размере. Стали лучшими на Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2018». Представители Владимирской области выиграли в финале Всероссийского туристического конкурса. Он проходил в Ульяновске. Там защищали более 90 проектов из 32 регионов страны. Проект «Гороховец. Кладезь купеческих традиций» занял первое место в номинации «Лучший туристский маршрут в городе». А «Путешествие в гороховое царство. Пряничное государство» в номинации «Лучший детский маршрут». Изюминкой маршрутов победителей от наших земляков стала не только прогулка по самым красивым местам города и экскурсии в музеях, но и мастер-классы для детей и взрослых, а также интерактивные программы, позволяющие туристам окунуться в прошлое. 4 бронзы чемпионата и первенства ЦФО по киокусинкай. Такой урожай наград собрали спортсмены Владимирской области. Соревнования проходили в Суздале. В них участвовали 210 спортсменов из Москвы, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Тамбовской и Ярославской областей. Наш регион представляли 14 спортсменов. Софья Конышева выиграла медаль на первенстве ЦФО России по киокусинкай среди девушек 14-15 лет. Еще 3 награды уже на чемпионате ЦФО завоевали владимирцы Тимур Мамбет, Сергей Николаев и суздальский спортсмен Алексей Сидоров.